Носители этого имени иногда раздражают окружающих чрезмерными амбициями. Люди, чье имя начинается с буквы «Я», тактичны и воспитаны. Они успешны в творческих профессиях. Натура широкая, но непредсказуемая в порыве эмоций. Внешне человек показывает практичность как ширма для сокрытия романтической мягкой натуры. И тонкая духовность, чувствительность, доброта, миролюбие. Огромный организационный талант, деловые качества, большие амбиции, желание сделать карьеру и завоевать высокое положение в обществе. У обладателя, согласно L в имени, тяга к телесному комфорту может отодвинуть в тень все другие виды душевных порывов. В основном они являются авторитетными личностями, нередко занимают руководящие должности. При совместимости с партнером лучшие отношения будут достигнуты, если в имени партнера есть хотя бы одна ударная гласная буква. Чем больше гласных будет в имени, тем более сильное понимание между ними будет возможно. И значение буквы придает человеку, в имени которого присутствует эта буква, утонченность, романтичность, сентиментальность. Если этот человек занял у вас денег до получки, не волнуйтесь, он вернет их совершенно точно в срок. Этим людям можно верить, они верны своему слову. Не обещайте человеку с гласной «и» в имени нереальных вещей. Не поверит, поскольку трезво смотрит на вещи. В основном владельцы этого имени делают ставку на научно-исследовательскую карьеру. Буква «Л» в этом имени придает личности артистизм, богатую фантазию, литературные способности. Предупреждение владельцу с буквы «Л» не тратить жизнь впустую, а найти свое истинное назначение. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.